Wake up, America. Wake up, Christians. Wake up, who's sleeping. Wake up, wake up, wake up. Jesus coming. Israel, this is clock. Watch. What happened in Israel? It's coming to us. Guys, people, wake up. And pray, wake up and pray, wake up and pray. Pray for our children, pray for our grandkids, pray for yourself. Because before it's Antichrist coming, the Christ will pick up people who is ready to meet him. It's very dangerous time now. It's animals wants to attack America. Guys, get up and pray. Let's go. Get up and pray. It's very dangerous time now. God told me, say American Christian to pray, and maybe I will protect. God told me like that. How you Christians in US will pray deeply and high. How they will pray, it's that I will answer. If we will pray very, very deeply and high, God will come in and protect America. America not ready. And animals plan to attack America. Guys, if you want to be safe, pray. Christians, people, pray. I'm not joking. God, let me know. The animals plan to attack America. If we will pray too deeply and high, he will protect us. If we not, we'll get up. He will not protect. It will be terrible time. Get up and pray. Get up and pray. No time. You have to get up right now. Wake up and pray. Right now. Listen. Read the Bible. Proverbs. Read. It's time now. God coming to protect you if you will wake up and pray. He will protect you. If you not, he will not protect you. God say, tell Christians to pray very deeply and very strong. I will listen them and I will protect. Time to get up. Time to wake up. Time no sleep anymore. Leave your sins. Start forgive everybody, love everybody, and pray, and God will come and to protect. Amen. Дорогие друзья, опять говорю, просыпайтесь, взывайте к Богу о покаянии, молитесь об Америке, чтобы Бог простил ее. Бог сказал, если Америка будет сейчас в покаянии взывать ко мне в слезах, то я защитю. Потому что враги планируют атаковать. Враги уже есть план врагов наступать на Америку. Я не знаю, каким образом. Я не знаю, откуда. Бог мне этого не открыл. Но я знаю, что Бог мне открыл, что враги Америки собираются атаковать Америку. Я понимаю, что, конечно, ядерными ракетами. И Бог сказал, если вы скажи всем христианам в Америке, чтобы они молились, и я защитю. А если они не будут молиться и спать, как сплят доселе, то беда на пороге. Горе застанет врасплох. Друзья, Бог призывает всех молиться сильно. Просыпайтесь и молитесь. Время молиться.
и Бог защитит. А не будете молиться, не будем горячо молиться, то Бог не защитит, и враги нападут, как напали на Израиль, как напали на Украину. А Бог сказал: молитесь, и я защитю, друзья, чтобы не радовались враги наши. Я знаю, что Бог нас вывел в Америку. Бог дал мне крылья орла, и я улетела в Америку именно. В Америке символ Америки – это орел. Дорогие друзья, мы не можем понимать Слово Божие сами. Оно очень многообразное, многозначимое, дорогие друзья. Я молюсь, написано в Библии, дорогие, в Библии написано: молись за страну, в которой живешь. Дорогие друзья, молитесь. Бог говорит: восстаньте, проснитесь и сильно взывайте со слезами горячо в покаянии за Америку. Кто живет в Америке? Дорогие друзья, кто живет в Америке? Молимся за эту страну, в которой мы живем. И Бог защитит. А если молиться не будем, Бог не защитит. Как мы будем молиться, то так Бог и услышит. Дорогие друзья, всех призываю горячо и сильно молиться, взывать Господу. Молимся, 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 чтобы спастись, чтобы Бог защитил эту землю. Молимся. Бог, Слово Божие говорит: я искал хотя бы одного, кто бы стал в проломе за свою землю или за свою семью. Там написано: за свою землю, друзья. Молимся, так как Авраам молился. Бог говорит: горячо сейчас взывайте в покаянии и молитесь, и взывайте к Богу. Взываем к Богу, молимся. И Бог защитит. Не будем молиться, взывать, то спящими и беда застанет среди ночи. Если будем молиться, то не будут падать ночью ядерные ракеты нам на голову. Молимся, дорогие друзья, со слезами и с покаянием, потому что это горе, горе, горе. Бог говорит, что я тебя защитю, укрою от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Нужно в покаянии пристать к Богу со слезами и в молитве, с покаянием. А если без покаяния молиться, то Бог не услышит. Сейчас с покаянием молимся, каемся, прощаем друг друга, каемся во всех наших грехах и молимся. Молимся, молимся и молимся.